Исцеление тела начинается с исцеления духа, говорила когда-то Елена Ивановна Рерих, супруга гениального художника, который, между прочим, обладал не только прекрасной внешностью, но и феноменальным здоровьем. В эфире очередной выпуск программы «Обо всем, что достойно внимания». С вами Юлия Карпухова. Здравствуйте! Итак, сегодня я предлагаю вновь поговорить о здоровье души и тела и о том, что поможет нашему здоровью познать новые горизонты, выйти за пределы привычных рамок. Достаточно сделать первый шаг, а именно принять решение заняться спортом. Решение принято. Что дальше? А дальше смотрите наш выпуск «Обо всем, что достойно внимания». И я расскажу вам о фитнес-центре, где действует универсальная и очень эффективная программа физической подготовки «Все включено». Поехали! Знакомьтесь, это Наталья Ипатова, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, ведущий инструктор фитнес-центра «Имидж». Сразу же отмечу, в этой группе Наталья тренирует новичков, девушек, что совсем недавно решили заняться аэробикой. Но обратите внимание, как легко они двигаются и уверенно следуют за своим инструктором. Весь секрет в программе «Все включено». А программа «Все включено» – это включает в себя фитнес со всеми ее проявлениями фитнеса. Это фитнес-аэробика, степ-аэробика, то, что сегодня было у нас занятие «Партер» – это занятие на полу, пресс, силовой тренинг, работа с мячами, с гантелями. И плюс сюда входит занятие в тренажерном зале. Золотая середина в том, что, например, степ-аэробика, она дает очень хорошую кардионагрузку, то есть хорошая скидка веса, сжигание калорий, работа мышц. То есть в фитнесе работают мышцы одним образом, а танцевальный фитнес, развивая работа мышц плюс танцевальность, пластика, красивая походка. Ну, силовой тренинг, это понятно, силовой тренинг – это работа мышц. «Все включено» – это программа, которую составляют, исходя из личных особенностей. Иначе говоря, если девушка, например, склонна к полноте и не занималась спортом прежде, в этом центре ей для начала рекомендуют акваэробику или восточные танцы, либо и то, и другое вместе по специальному графику. А затем, когда организм привыкнет и адаптируется к нагрузкам, по желанию можно выйти на новый уровень тренировок, например, в тренажерном зале под руководством опытного инструктора по бодибилдингу. Каждый человек индивидуален. Для каждого, если одному надо будет, допустим, полгода, другому 8 месяцев, третьему – год. То есть в зависимости, как человек будет подходить ответственно, неответственно к этому делу, от этого будет результат. То есть, ну, результат нужно ждать. Если человек хочет тем более хорошего, отличного результата, это работа. Работа, работа, еще раз работа. Отметим, в основе любой программы центра «Имидж» – индивидуальный тренинг. Занятие под присмотром и руководством опытного инструктора, который не просто тренирует, а ведет к определенному результату. И результаты в этом центре можно добиться в любом возрасте. Например, молодые люди предпочитают аэробику и тренажерный зал, а люди постарше идут на восточные танцы или аква-аэробику. После занятий очень хорошо становится, легко, да. Вот это, поэтому очень много людей, как бы и старшего возраста, и беременные женщины занимаются и чувствуют эффект, действительно есть. Сначала люди приходят, конечно, за тонусом, поддержать фигуру, похудеть, улучшить себя. А потом же, да, уже в процессе человек уже когда втягивается в занятие, он уже получает удовольствие. Он уже не может уже, и все, там два раза в неделю люди приходят, и потом уже быстрее бы занятие, да, это очень здорово. Давно известно, что акваэробика развивает координацию и внутренний баланс,
Плюс укрепляет дыхательную и сердечно-сосудистую систему, повышает мышечную выносливость и благотворно влияет на нервную систему. Потому любому новичку здесь рекомендуют начинать именно с акваэробики, а затем постепенно добавлять новые дисциплины. У нас очень много направлений, мы стараемся развиваться. У нас есть вот программа «Только фитнес» в моем исполнении. Программа «Все включено» – это фитнес плюс тренажерный зал, восточные танцы, йога, акваэробика, детское плавание, грудничковое плавание. Любая спортивная программа уникальна тем, что в итоге меняет жизнь, отмечает Наталья. Причем только в лучшую сторону. Главное – найти в себе силы для того, чтобы прийти в спортивный зал и доверить себя тем, кто знает, как расширить ваши возможности и горизонты. Вот такой разговор о здоровье души и тела. Не знаю, как вы, а я сегодня же пойду в этот фитнес-центр и начну менять свою жизнь. Согласитесь, куда хуже сидеть дома и ждать, пока ваша жизнь начнет меняться без вашего участия. На сегодня все. Напоминаю, вы смотрели программу «Обо всем, что достойно внимания». С вами была Юлия Карпухова. До встречи! Стиль ведущей, салон-студия «Незабудка», проспект 50-летия, октября 16, телефон 46 45 44. Фитнес, акваэробика, бодибилдинг, йога, восточные танцы, детское и грудничковое плавание. Спортивно-оздоровительный комплекс «Имидж», улица Комсомольская, 24, телефон 44 93 01 44 29 01.